Всем огромный привет! Сотрудничество с любимым Васильком продолжается, и, как всегда, мы стараемся заказывать новинки, чтобы и вас порадовать, и самим посмотреть, полюбоваться, что же там такое новое. Как вы видите, размеры в этот раз заказа не маленькие. В этот раз взяли и игрушку антистресс, и плед, и даже сумку-шоппер. Мне кажется, интересный заказ. Одежда будет женская, и это будут новиночки. Поэтому давайте смотреть, что же в этот раз мы заказали. Конечно же, будет примерка. Вы сейчас видите распаковку, немножечко вас подразнила. И, как всегда, ссылки на любимый Василек будут под роликом. И я хочу очередной раз вас побудить подписываться на их Инстаграм, потому что все новинки отслеживать можно там. Там же вы можете иметь обратную связь, задавать вопросы, вам ответят. Если вдруг закончились размеры, можно узнать, когда будет обновление размерного ряда. И там отслеживать все новиночки. Мне кажется, это здорово. Мне самой именно помогает не так сам сайт «Любимый Василек», потому что туда заходить так часто не получается. А вот в Инстаграм я захожу каждый день, и в ленте всегда вот это обновление я вижу. Плюс у них в истории можно смотреть заказы других как блогеров, так и просто людей, которые за свои деньги покупают, и слушать отзывы. Поэтому мне кажется, это интересно. Давайте начнем с пледа. Посмотрите, какой он красивый. Он сейчас у меня в упаковке. Но я постараюсь вам именно в кадре показать, как я его распаковываю, как он расстилается. Он был взят на кровать. Покажу я вам хоть и на диване, но на самом деле он поедет в подарок и будет радовать девочку на кроватке. По этому пледу, что я хочу сказать. Покрывало плюш-велюр. Размер 200 на 240, 1270 рублей. Цена очень даже бюджетная для такого большого плюшевого покрывала. Он такой тепленький, милый, приятный, нежный к телу. На нем и поваляться приятно, и закутаться им также очень уютненько. Вы смотрите, как он выглядит в развернутом виде. Я вам показала два варианта, как можно его раскладывать. Мне кажется, вот так диванный вариант, да и на кровати будут смотреться вот так очень даже симпатично. Размеры у пледа разные. 100 на 130 самый маленький на стол подходит. И вот 200 на 240 самый большой. 1270 рублей вот самый большой размер. Цена варьируется уже от размера, конечно. Давайте я вам покажу игрушку антистресс и в 6 стандарт, кот Тараскин. Это большой размер, есть маленький, есть большой. Цена этого кота 763 рубля. Очень симпатичный, это действительно антистресс, приходит в пакете, вы видели. Я вам показываю сейчас своего, а второй Тараскин поедет в подарок. И выглядит Тараскин вот так в упаковке. И наш выглядит, вы видите, рядышком сидит. Вообще вот эти антистрессы очень классные. Их можно тискать. Они так приятно шумят. Их можно придавать им форму. Делать как бы более плоского, длинного. Да? Можно сделать покороче, толстенького. Мышка у него развязывается, но остается на шнурочке. Вот такой милейший Тараскин. У него есть хвостик с наполнителем. И игрушки очень-очень нравятся. Их можно также вот сажать на углы дивана. Сейчас попробую показать. Смотрите, какая прелесть. Их можно использовать вместо подушек диванных, и на них можно также спать. Они прекрасно сходят за подушку. Вот такая прелесть. Покрывало и два Тараскина. Размер большого Тараскина 40 на 25, а маленького, кстати, он стоит 564 рубля маленький, 29 на 20. То есть тоже не сильно маленький он на самом деле. Но если вы хотите как диванные подушки, то, конечно, нужно брать большие вот эти варианты. Ну что ж, теперь из неодежды у нас остается сумка. Смотрите, какая красивая упаковочка, очень компактная.
Сумка шопер из саржи Прованс. Это эко-сумка. Цена 330 рублей. Размеры, наверное, где-то указаны, возможно, на сайте. Давайте мы с вами посмотрим, как она выглядит. Так, что здесь? Пошив. Ну, все кажется аккуратно. Все очень аккуратно. Внутри сумка прямо так аккуратно. Все прострочено, никаких ниток не болтается. Длинные ручки, которые можно использовать через плечо. Давайте озвучу размер сумки. 41 на 42 сантиметра. Размер ручек 65 сантиметров. 330 рублей. И вообще сумки на сайте от 196 рублей. Из бязи сумки. И вот сумки-шоперы из саржи. Это также 100% хлопок. 592 рублей. Есть 200 рублей, 232 рубля, 274, 440. Есть с надписями, с прошивками, с бантами и карманами. То есть на любой вкус. Как с рисунком, так и без. Рисунка однотонные. Можно обратить внимание. С лавандой некоторые варианты. Вот за 196 бязь. Тоже есть с лавандой, но уже более рассыпчатые цветы, не букетом. Ну, мне кажется, интересный вариант. И посмотрите, как красиво такая свежая сумка смотрится, если вы даже с ней откуда-то пришли и положили, да, вот, бросили, можно сказать, не убрав. Она смотрится в любом случае очень даже красиво. Но лучше вещи убирать, согласна. Ну и что касается вещей, давайте мы посмотрим одежду, женскую одежду. Что же мы взяли в этот раз? Снова в заказе были шорты черные. Они мне так понравились в прошлый раз. Я на себе мерила, но те брала не себе, что в этот раз решила, что мне они тоже нужны. Очень интересное решение подачи вот этой вот ленты с надписями. Спереди вот эти металлические вставочки, через которые можно вот эти ленты пропустить и завязать. Оригинальная подача сзади, обманка, карман, но очень так приятно выполнена. Не просто черный цвет, но как-то вот оригинально. Я не видела такого решения еще у других. Обязательно видео вставка будет, и вы посмотрите поближе, как это выглядит. Ну и, конечно, снова вставлю фотографию сзади, спереди, как это смотрится на мне. Не буду я перефотографироваться в них, я вставлю прошлую фотографию. Долго на них останавливаться не буду, потому что вы, в принципе, в прошлом обзоре их видели. Поэтому смотрим дальше. А дальше будет костюм, женский костюм. Вот эти женские костюмы — это не новинка, но Василек их первые костюмы эти предлагал в ассортименте. Был вот этот пудровый, серый и еще один цвет, я, к сожалению, сейчас не помню, по-моему, голубой. И в ассортименте это значит, что ты не знаешь, какой цвет к тебе придет, какой будет, такой и придет. Я тогда тоже рискнула, заказала себе, и ко мне приехал серый костюм, точно такой же. Я нисколько не расстроилась, мне было действительно без разницы, какой будет цвет, и ношу его с удовольствием. Вставлю, если найду фотографию сейчас, то я вставлю, но сейчас речь не о том костюме, а точно таком же, и уже конкретно сейчас каждый цвет представлен отдельно на сайте. Это пудровый оттенок. Взяли сестренки Кати, 46 размер, 1246 рублей. У толстовочки есть капюшон, сзади полочка длиннее, то есть спинка длиннее сантиметров на 5-6, чем спереди. Есть небольшие эти разрезики по бокам, карманы только на брюках. Брюки прямые, чуть-чуть сужаются к низу. Рост сестры 159, я все время 160 говорю, округляю, но на самом деле 159 ее рост. Мой рост 161, я часто говорю, но бывают новые зрители, которые только-только впервые на канале. 46 размер, сейчас вы смотрите. Мне кажется, достаточно широкая, свободная будет толстовочка, ну и брючки будут ровненько так по телу. Сестре подходит хорошо и 44-й, но она любит чуть-чуть свободненько, поэтому, чтобы не в обтяжку, она берет чуть-чуть побольше. Смотрите фотографии. Принт очень симпатичный. Вот эта девушка в шапке с накрашенными губами, в очках. Прямо смотрится очень даже стильно и оригинально.
Следующее – это новинка. Вообще вот из этой ткани, мне кажется, там и костюмы есть сейчас женские с капюшончиками такие домашние. И вот есть сарафанчики. Это сарафан женский, 50-й размер, 542 рубля. Он сверху в форме маечки выглядит и пошит в форме маечки. У него есть зажимы спереди, сзади, то есть он такой идет на расширение. Свободный, широкий, легкий, короткий. Рост цвета 165 сантиметров. И вы смотрите сейчас фотографию на модели. Яркая летняя расцветка. И для дома хорошо в жару ходить и на улицу выбежать. Оригинальный цвет, очень пестренький. Если вам есть что, например, скрыть, то, мне кажется, и большие размеры, такие пестренькие, будут смотреться очень даже интересно. Далее. А дальше мы смотрим с вами на брюки женские Prada. Называется синий джинс, 50-й размер, 491 рубль. Тонкие, легкие, хлопковые, есть боковые карманы, прекрасно прострочена резинка, несколько швов, самая лучшая резинка, которая может быть у таких полуспортивных брючек. Давайте вам поближе даже ее покажу. Вот она прекрасно выглядит. Выглядит она вот так. Ну и фотографию мы обязательно посмотрим. И вот материал поближе, сама ткань. Хлопок и вот боковые кармашки. Ближе я не буду подносить камеру, потому что, ну, в принципе, знаете, как брюки, да, вот они так вот выглядят. Фотографию вы тоже посмотрите, и мы сейчас будем переходить к последней вещи в заказе. И это будет футболка белая, 46 размер, 667 рублей. Как я и озвучила, 667 рублей – это футболка. Я брала такую модель кораллового цвета. Очень красиво смотрится, она прямо стройнит. Если найду фотографию, обязательно вставлю и в коралловой футболочке, только уже на мне. Эту мы брали сестренки. Посмотрите на Кате. Очень оригинальный у нее воротник. Хочу именно в этих футболках отметить воротник. Давайте я его вам сама вот так покажу. Он выглядит, смотрите, как будто прямо без всяких швов прошито. И внутри это просто идет, видите, просто идет загиб вовнутрь. И он прострочен с боков, боковые швы. 46 размер. Обверлочен, то есть это все аккуратненько. Но вот этот вот загиб внутрь, выглядит очень оригинально. Вы посмотрите, как на фотографии смотрится на сестренке. Ну вот, решение мне такое понравилось. Я коралловую тоже ношу с удовольствием футболочку. Есть, ну, вот такие вот печати по бокам. Номер один. И надпись по груди идет. Оригинальная модель, красивая, и под джинсы будет смотреться, и под шорты, и под юбку, ну, в общем, подо что хотите, под то и будет смотреться. Все, это, наверное, весь мой заказ. Не наверное, это весь мой заказ. Мне всех больше, вы знаете, понравилось, наверное, вот это покрывало с двумя котами. Настолько красиво на светло-сером, синим смотрятся эти рыжие коты. Мне кажется, что это вот просто идеальное решение для многих уютных квартирок, комнаток. Понравилась, конечно же, футболка. Но вообще одежда оригинальная, интересная. Сейчас Василек радует не тем, что можно только дома носить, а в этом году он просто удивил всех новинками, нарядами на улицу, в жару. Даже когда прохладно, и костюмы стали гораздо лучше и круче. Меньше домашних вещей, хотя у них тоже большой ассортимент и выбор домашних вещей, но очень много всего и на улицу. Очень надеюсь, что и осенью Василек нас будет радовать теплыми нарядами, возможно, теплыми платьями на выход. Я очень на это надеюсь. Мужские брюки хочу, потому что скоро старшеклассникам в школу, и хотелось бы именно мужские брюки, большой выбор на Васильке. В том году это было, и Василек очень многих выручил, именно старшеклассников,
Не надо было бегать, искать где-то размеры, все было там. Вы сейчас видите фотографии, которые сегодня мелькали в ролике. Напишите, что понравилось больше вам. Я сама оценю только, когда у меня будут фотографии. Пока еще никто ничего не мерил, я снимаю. Ну, потом вместе с вами уже буду все смотреть и наблюдать. И тоже буду делать выводы, кому что подошло и на ком красиво, как смотрится что. Буду с вами прощаться. Ссылки, как всегда, уже обещала под роликом. Переходите. Вдруг незнакомы, знакомьтесь. Но на самом деле мой заказ был уже почти 9-миллионный. Поэтому обратите внимание, что любимый Василек пользуется колоссальным спросом. И он действительно для многих стал любимым. Всем хорошего настроения, всем приятной погоды. И всем пока!